На неформатный Старый Новый год приглашает Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Как сказал автор программы, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Артем Белов, это будет экспериментальный музыкальный вечер для тех, кто открыт к смелым опытам и готов выйти на пределы привычных жанров и форм. Наш коллектив будет исполнять то, что совершенно непривычно для слушателя в исполнении народного оркестра. В частности, будут звучать рок-композиции, этническая музыка в современной обработке, прозвучат песни Пелагеи, будут звучать русские народные песни тоже в эстрадной такой, можно сказать, фолк-рок обработке. Хиты «Рамштайн», «ICDC», классическая музыка в современной обработке и многие другие сюрпризы ожидают слушателей в захватывающем миксе жанров и стилей. Изюминкой вечера станет выступление ульяновского артиста Евгения Корнилаева на битбоксе под оркестр русских народных инструментов. Конечно же, с нами в этот вечер будут наши незаменимые постоянные солисты – это Татьяна Голубко, Маргарита Долгоненкова, Владимир Самарев. Надо сказать, что Владимир Самарев исполнит песни Антонова, также прозвучит в его исполнении и в исполнении Маргариты Долгоненковой дуэт «Кристин Дайе» и «Призрака» из «Призрака» оперы. Музыканты также готовят фирменный интерактив с гостями программы, который заставит оторваться от кресла и стать частью неформатного концерта. Ирина Антонова, Улправда ТВ.